Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра! Одной из самых обсуждаемых новостей на ужине Российской национальной музыкальной премии стала заметка Николая Баскова в личном инстаграме. Популярный певец намекнул поклонникам, что уходит со сцены. Мол, устал, нужно время, чтобы понять, куда дальше плыть. Я хочу отбросить что-то лишнее. Последние 20 лет я нахожусь в гонке. Наверное, каждый артист должен найти для себя время, объяснил журналистам на ужине Николай Басков. Я не говорю, что перестану петь, я не из тех артистов, которые могут навсегда расстаться со сценой. Но я хочу себя ограничить в телетрансляциях и появлениях на мероприятиях. Хочу подготовить себя и перейти к другой музыке. Без сцены я не могу жить. Но я буду расчищать свою дальнейшую жизнь, чтобы быть в гармонии с собой, чтобы я понимал, что я даю зрителям. Я хочу быть полным счастья и энергии, чтобы мои зрители не думали, что я уставший или загнанный. Поэтому я буду переосмысливать свою стратегию и наполнять жизнь новыми красками. Напомним, в 2016 году Николай Басков объявил об открытии собственного музыкального продюсерского центра. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, ведь мы стараемся делать видео только для вас. Спасибо за просмотр!